Я в лесу в районе Ратингена, и у меня такое ощущение, что я попала в сказку, потому что здесь на каждом шагу встречается что-то необычное. Посмотрите, например, какое дерево. А на этой табличке стоит, посмотрите, как высоко животные этого леса иногда могут прыгнуть. Это вам не просто прогулочный лес. Вот такие корни, будто лапы. А здесь еще одна полянка, где, ну не знаю, типа шалашей высушивают, что ли, ветки. Вот это что-то типа шалашей, не знаю, для каких целей здесь только начали пристраивать ветки. А здесь вот уже они стоят по полной программе. Да, это не просто сушат ветки. Вот так раньше строили жилище. Посмотрите, вход. Это может быть даже для костра собранные ветки. Прошлогодняя или позапрошлогодняя листва под ногами. Здесь, наверное, хотят показать, что лес может сам себя регенерировать. А посмотрите, какая здесь идет дорожка проложена. Вот так выкладывали дорожку, дороги камнями в средние века. По такой дороге намного было удобнее ехать по воске, чем по грунтовой, особенно в слякоть. Мне удалось вам показать удивительный кусочек леса из нашего прошлого. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно, я буду рада вашей подписке на канал. До новых встреч!